Слева! Могу как-то ее обойти. А! Ё-моё! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Васаби, Растишка, Куёка, Дар Драгон, Док Пенис Пепелин. Серега, пацаны, поздравайтесь! Здорово! Ребята, ну что, записываем FNAF кооп на 7 человек. Это что-то эпическое. Мне кажется, в Ютубе никто этого не записывал, поэтому мы будем первые открыватели. 7 человек, FNAF кооп 2. Если опять кушайте, приятного аппетита. Погнали. Пацаны, ну что, главное правило здесь друг друге не застревать и вовремя заводить шкатулку, потому что это очень каждый важно. Сам за себя. Каждый. А, у нас каждый сам за себя? Серега, да, мы команда. Кстати, кто любит FNAF 2? Плюсик или лайк прямо сейчас поставить, потому что FNAF 2 это, наверное, самая любимая часть, а потом уже идет FNAF 3. Скажи одну, кто, блин, сам за себя, тот и конченый. Кстати, на улице идет очень сильный дождь. Дим, давай правила. Кто первый умрет, тот лох. Аниматроник активировался. Пошел, пошел, пошел. Да. Ого, он быстрый, вы видели? Офигеть, это очень жестко. А, убегать? Убегать по кругу. Тут же вентиляция есть. А где он? А где он? Пацаны, инфу. Он около офиса, короче. Я вижу, я вижу. Так, отлично, ребята. Прямо сейчас, кто смотрит ролик, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, потому что мы выпускаем ролики каждый день, и все лучше и лучше мы выпускаем контент. Правильно, пацаны? Правильно. Да, конечно, ты прав. Кстати, следующую часть можете прямо сейчас остановить ролик и написать, какую часть нам в следующую FNAF попроходить. Отойди. Беги, твою мать! Он сзади меня! Ой, зависла! Ой, развисла! Ребята, это жесть! Блин, он так быстро бегает! Кстати, это один из первых аниматроников, который оживает. В те следующие ночи у нас будет и Фредди, и Фокси. А Фокси очень хитрый жук. Его надо прям фонарик глаза светить и спиной отходить. Кто, что? Убили кого-то, убили. Били? F12 нажимаешь, и можно следить за нами. Скажите, Бонни пошел в жопу. А что ты его боишься, что ли? Не бойся. За мной бежал. Да не бойся. А, Драгона убили. Дар Драгон, ты мертвый? Да, мне подставили. Так, подождите, это справа внизу мы наблюдаем, как у нас получается шкатулка, да, разряжается? Пока что нормально. Понял. Нормально. Ой. Ой, подлагивает. А за кем вообще наблюдаю я сейчас? Он за нами побежал. Я вижу, я вижу. Отлично, ребятушки. А, с тем, что у нас очень много, есть шанс сюда пройти. Он бежит. Отлично. Это так, надо валить. Дима. О, Дима, привет, это ты был, да? А он на меня сагрился, он на меня Серега! Не-не-не, нормально. Блин, это жестко. А мы еще и всех дразним. О, Фокси. Он кого-то убил. Убил? А сейчас Чика активизирует. Мне все, я умер, Дима. Я умер, Дима. Быстрее, пробегай, пробегай, пробегай! Мама, мамочка! Прощайте, ребята! А прикиньте, знаете, что будет? Не стой в проходе, никогда не стойте здесь! Пробегайте, быстрей! Не стойте, не стойте! Зачем вы стоите в проходе? Вы же делаете только хуже! Чика, Дима, Дима, там Чика. Я знаю, это стрёмный FNAF. Я их очень боюсь. Дима, это первая ночь, заметь, это первая. Это первая? Что? А что такая сложность большая? Они её что ли добавили? Нет. А ты прикинь, все аниматроники за вами будут. А мы, кстати, я помню, мы проходили очень старые серии. Мы не могли пройти четвертую ночь. Это просто нереально сложно. Вы даже не представляете, как это пройти. Ну, может, с семером мы и пройдем. Вы ходите, меньше перед ними ходите. Вы не ходите перед ними. Вы же ходите, они агрятся. Вы прячьтесь. Они тогда будут просто потихонечку ходить и не будут за нами бегать. Они просто будут как бы как просто ходить как охранники. Патрулировать. Да, патрулировать. Все, и мы тогда пройдем. А, на карты садитесь, меньше видят. И а, кстати, лучше. Нельзя шуметь, я же забыл, да. Фонарик вырубать тоже приманивает их. Блин, ребята, это очень крутая часть. Одна из самых лучших. Надеюсь, следующую мы, наверное, будем проходить, ребята. FNAF 3. И, наверное, даже знаете, что, наверное, будет? Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы сразу проведем стрим. Это будет даже лучше. И, кстати, здесь есть прям полноценный режим, когда аниматроники исполняют роль. Ой, наоборот. Игроки играют прям за аниматроников полноценно. Я хочу даже попробовать, как это будет. И тогда будет режим реально называться «Аниматроники пугают охранника». Слышите, как они ходят? Слышите?
Да, Дима, потихоньку. Мы пройдем. У нас уже 4 человека умерло. Так вы не бегайте, как те доди, как мы до этого бегали. Да ну вы видите, что творится. Видишь, я же тебе говорю, что половина из нас умрет. Да. Серега, ты как всегда был прав. Шкатулку заводить надо, пацаны. Я говорю, идите ближе к шкатулке. Да не парьтесь, 3 часа ночи, еще 3 часа осталось. Эта шкатулка будет очень медленно сейчас разряжаться. А кто остался живых? Подождите, я так не могу понять. Дима и кто еще? Тихо. Вот так и сидим, не высовываемся. Вот так и сидим. А кто это? Я не вижу никнейм, кто это. Это я. Так, Куёка, будь внимателен. Если что, резко бежим в твою сторону. Слышишь? Хорошо, я понял. Да. Тихо. Да, выглядывай. Все равно надо контролировать. По звуку мало ориентироваться. Надо еще и прям смотреть. Давай, я слева смотрю, ты справа. Да. Так, классно, 3 часа ночи, уже все сдохни. Ты лучше выйди прям за угол, чтобы ты за угла выглядывал коридорчик длинный. Это лучше будет. У нас шкатулка садится, пацаны, идемте до шкатулки. Да вы вдвоем остались. Мы вдвоем? Да, я ее заряжал все время, но я умер. Вы что, издеваетесь? Вы меня. Дима, ты один пох. Не, двое осталось живых. А мы не пройдем, если мы шкатулку не заведем. То, что один Дима остался. Нет, Куёка и Дима остались. Ну, от Куёка тулку как от автомата без патронов. Не, от шпрота за банки. Все. Видите, да. Ходит? Смотрите. Вы смотрите на F12, нажмите от моего лица. Да. Мы видим. Уйдет. Дима, у шкатулки ни одного аниматроника нету. Можешь туда пройти. Сейчас она, короче, повернет в комнату. Она не будет прям сюда идти. Куёка идет. Блин, ребята, это очень стрёмно. Дима, она к тебе идет. Она не будет прям сюда поворачивать. Куёка, зайди, идти не может. Она в вентиляцию пойдет. Надеюсь. Да? А где она? Мама. Мамочка, я боюсь. Честно скажу, игру очень боюсь эту. О, она прям рядом. Слева. О, как-то ее обойти. А! Ё-моё! У меня руки мокрые. Просто мокрые, я так переживал. Куёка, ты должен пройти. На тебя вся надежда. Не мотыляй это гамера, она сейчас тошнит меня. Блин, ребятушки, это так стрёмно. 7 человек. Короче, вы поняли, что не надо нам было бегать вначале, а потихонечку ходить по карте? Да. Тогда мы бы затащили. Куёка, кстати, фонарик, они не обращают внимания на фонарик. Они только на шум реагируют. От Куёка? Толка нет. Нет, он завел шкатулку, это раз. И осталось всего ничего, ему 2 минуты продержаться. Тут секунда вроде как минута, да, идет? Да. Не, меньше. Ну, короче, меньше, да. Здесь 1 секунда идет около 2 секунд. Нет, 3 секунд. Я вот уже почти. 1 минута. Куёка, у тебя есть время еще уходить? Да, отходить от шкатулки можно, еще время есть. Куёка, зайди. Ух, я переживаю очень сильно. Что за звук? А вы же видели, там есть еще склад поломанных аниматроников? Да. Они оживают вроде во вторую ночь. Это будет жестко. А против них тогда что делать? А вот так вот на крысу ходить надо. Просто надо не повернуться им на глаза, заранее продумывать ходы и заранее уходить. Они не, если они тебя не видят, они вас не убивают. То есть они не знают, где ты. Ну только когда... Ну я не знаю, как она меня увидела. Она меня убила, по сути, через стол. Куёка побежал, он разозрил ее. Дима, а знаешь, как она тебя увидела? Так. Она берет, подходит к столу и видит... Уходи. Уходи, она будет теперь сюда идти. И видит твою бочину, как ты высовываешь ее. Ну, бочина, она не высовывает. Ну, блин, это стрёмно. Блин, я боюсь этот FNAF. Вот, серьезно, Шоник, скажите, что легко? Ну... Ну, первая ночь. Легче, если умираем, да и нет, понимаешь? Ну, первая ночь. Как будто, знаешь, Гаррис Мод играем на карте FNAF 2. Похоже, да, что-то было? Да, ну ты смотри, ну она реально как Гаррис Мода как будто. Да, кстати, вот так если смотреть, похоже на Гаррис Мод. Ёлка, спрячься. А там Фредди уже начинает ходить. Да, он там стоял, где он был боя. Да, правильно, что ты делаешь, что ты уходишь. Уходи за угол, уходи. Блин, так переживаю. Дима, заметь, смотри, как он молчит, он это... Прям, Куёка, это... на тебя сейчас смотрят все мои подписчики, это все на тебя надежда. Все, это сотни тысяч просмотров, надеюсь, ролик набирается столько просмотров, будут все писать сейчас, Куёка, пожалуйста, и все пишите в комментариях, чтобы он прошел. И вообще напишите, пройдет или не пройдет. Кстати, осталось час, и будет вторая ночь. Давай, я в тебя верю. Серега. Давай, мы верим в тебя, Куёка.
Как она как-то сдохни, как я оказалась. А, знаете, что хочу сказать? Что одному легче выживать, чем толпой. Если... Давайте, если Куёка умрет, напишем в комментариях Куёка лох. Нет, не надо, вы что? Я буду писать. Настроение классное. Знаете, почему веселюсь? Немножко страшно. Очень сильно переживаю. Кулачки держим за Куёко. О, заметили, пока. Пока. Заметили. Нет, налево, налево сейчас. Надо было налево, да, вот сюда. Правильно дело, что не бежит. Это Фокси был или кто? Это Фредди. Нет, не иди, не иди, нет, нет. Там Чика, там Чика. Это Чика, Чика. Представьте, будет 5.59, и он умрет. Да, это возможно. Это, блин, это будет очень прикольно. Кто-то валяется там. Это я, Серёга. А там трупы валяются, разве? Да. Блин, Куёко. Вот Фредди. Тебя окружили, короче. Блин, это же, а как ему пройти, как? Чика в офисе, в Бонни, в коридоре, а Фредди там в вентиляции. Куёка заблокировали со всех сторон, его жмут. Ну ничего, ничего. Осталось 25 минут. Заговариваюсь. Фредди ушел. Нет, зеленый, он прям сейчас сюда. Уходи, уходи, уходи. Жаль его везде. Давай, Куёка, я в тебе верю. Давай, аккуратненько. К стенечке. Блин, представляете, как Куёка сейчас страшно. Вы представляете, он один. Балунбой, балунбой. 15 минут осталось. Балунбой, лучше не надо возле него, он может резко тебя убить. Не, Балунбой не убивает, Дим. А я пошутил. Ну дайте прогнать, блин. Не попадайся на глаза, не попадай. 49 минут сейчас будет. Так, 10 минут еще осталось, прямо говоря. 5 минут, Куёк, и сдохнет. Очень напряженная серия по ФНАФу. Я так давно не переживал, прям хочется, реально хочется пройти. Сейчас следующую ночь мы будем очень-очень осторожно играть. Да? Куёка, да. Сдохни красиво. Да нет, не умирай. Да, да, давай, да, да. Давай, последнюю секунду, последнюю секунду. Ну. Давай, побежал. Ура. Мы сейчас все оживем. Ребята, ночь номер 2. Сейчас будет намного жестче, но мы сейчас будем уже более опытно играть. Круто. И надеюсь, мы затащим вторую ночь. Да, Куёка? Ну это не точно. Это точно. А Куёка вообще молчит, у него, походу, все судороги начались, он сильно испугался. Он молодец, да. Он единственный, кто смог. Его это лучше, друзья, все умерли, он теряет это все. Кстати, на тап можно карту открыть. Ну и кто будет первым ходить из вас? А вы меньше, вы не бегайте, на корточки ходите, они будут долго оживать. Они оживают, когда мы прям возле них ходим. Нет, скорее всего, даже бегаем. Они в час ночи оживают. Бонни вроде только. А что за лаги? И где все спрятались, вопрос? Так секрет. Я... Видите, как всегда крыса играет сейчас? Вижу, я на там вижу, где вы все это... Стрёмно, стрёмно. Кто первый умрёт, тот лох. Уйди. Кто первый умрёт, тот лох? Да. Хорошо, хорошо, давай, мне нравится, это хорошая тактика. Дима, умри первым, пожалуйста. Я буду фонариком в глаза балунбой светить, что? Подлец. Я вижу, пошли, можешь ходить. А знаете, что большой здесь плюс, что фонарик не садится? Чика или Бонни за вами вышли. Бонни? Он нас не видит, он не видит нас. Я его вижу зато. А вы заметили, что здесь вентиляция какая-то нереально здоровенная? Это чтобы аниматроники проходили. Да? Вам нормально здесь сидеть вообще четвером? Сейчас в этой ночи может манго оживиться. Да? А, вроде в этой ночи она живет. О, привет, А Фокси еще или нет? А, Фокси в этой ночи тоже оживает. Фокси, вы помните, как убегать от него? Надо в глаза светить, и он руку поднимает и начинает дрожать. В это время надо спиной отходить за угол, и тогда он перестает бежать за вами. А кто со мной? Вроде Балун... Это я. Вроде еще Балунбой, кстати, оживает. А, Балунбой вообще еще тот придурок, но я забыл, что он делает. А он забыл, у тебя батарейки. Мне кажется, Балунбой, он будет на нас орать, и на нас будут прибегать аниматроники. Что это было сейчас? Вы слышали? Не знаю. Я тоже слышу. Отойди, блин, я смотрю за угол твой медь. Ты смотри за мангол, я смотрю за аниме. Да. Знаешь, я где? Я, по сути, на сцене аниматроников. Серьезно? Да. Ну что, пацаны, давайте, кто рискнет, побежит по карте. Я шучу, не надо этого делать. Кого жопы, без трусов, пробежится. Давайте я смогу, если хотите. Ну только тогда иди там по полю бегай, от нас уходи. О, видите, подпинговый, да, чуть-чуть, когда на семерых? Да. Кстати, можно на восьмерых. Да вообще будет жесть. Уйдите. Тогда на сроки придется это. Мой дом. Давай немножко назад отойдем. Так, отступаем, ребятушки. Лучше, знаете, немножко отступить, чем красиво проиграть. Она идет прям сюда.
Да, обратите внимание, они слабо бегают. Вот прямо в эту ночь мы так красиво играем, они даже слабо бегают. А, потому что никого еще не заметили, они пока что спокойно ходят. Как кого-то заметят, само собой за ним побегут. Блин, я хочу считерить, запрыгнуть на какой-то здесь, на крысу. А тут можно на голову запрыгивать и стоять на шкафу, я вспомнил. А ну подойди сюда до шкафа. А ну сядь на корточке возле шкафа. Побежал кто-то из них. Во, смотри. А, нет, убрали. А раньше можно было запрыгивать, убрали. Это новая версия же. Да, да. Все аниматроники тусуются сейчас в зале пиццерии, ну, где сцена. Отлично, пол второго, ребятушки, мы тащим. Главное, вентиляция не занимайте. Кто сидит, в вентиляции не сидеть, сразу говорю. На корточке. Не, на корты можете сесть. Тут перепрыгнуть вас, да, потому что... На корточке можно бегать. Не, я сижу в такой вентиляции, где можно пройти двоим. Как нам зарядить этом... О, точно! На корточках бегать можно, что? Ну, и тебя не слышно зато. Ну да. Блин, какая тихая ночь, ну, великолепная. Бонни за кем-то побежал, Фредди ожил. О, сейчас, кстати, в этой ночи вроде должны поломанные аниматроники ожить. Вот это вообще будет трэш. Приди команду, кто, это, точнее, это марионетку поскорее, у нас это же. Не могу, там... Я иду. Могу. Идемте, нас много, идемте. Мы сейчас сделаем Фредди все. Фредди идет за вами. За мной? За тобой? Пошел отсюда, блин! Я не хочу быть лохом номер один, идите в жопу, заколебался. Драйан, ты уже лох номер один. А чё, номер два? Он в первой ночи умер первый. Слышите, это уже аниматроник, да, какой-то начал бегать, да? Да. Будьте внимательны. Они все, вот Фредди, Бонни, Чика, они ожили? Ну, сцену покинули, но они у столов в пиццерии сейчас ходят. Фредди у сцены ходит. Их надо обмануть, чтобы они ушли в другую комнату, потому что надо как-то заряжать же шкатулку. Блин, это стрёмно. Давайте кто-то пожертвует собой. Давай ты. Да, вот, пошел, давай. Нет. Да, давай. Давайте Драгон. Идите в жопу, я уже задыхал много раз в сериях, идите нафиг. Кто заряжает, кто это? Я. Герой. Герой! У меня же очко сжалось до такой степени. Фух, очень такая, знаете, напряженная вторая ночь. Мангл сейчас оживет! Ты думаешь? А, нет, она должна шкварчать должна долго очень. Это Дима Фонарик просто включил, ты че? Не бойся! Че, все живые еще? Да ладно, вы че мочить? Да ладно, вы че угораете? Бегите, быстрей! Быстрее выбегайте! Мангала жила! Это же... Она ползет! Ай, блин, я боюсь этот ФНАФ. Почему-то он стрёмный. А я говорил то, что она живет. Да, блин, как ты знал? Она должна была хрустеть. Ну, вот а это... я услышал то, что она начала шкурчать, а мне говорят, это фонарик. Блин, это жесть. Ой, кто это ползет? Мне страшно. Постоим здесь. Тут, знаете, я скажу, что место, где наша охранника, это самое лучшее. В данный момент тут есть куча мест, куда убежать. И длинный прямой коридор, когда ты увидишь всех, кто к тебе бежит. Если что, Бонни в театре. Полагаю. Кто хочет быть героем современного времени? Ты. А че ты не хочешь? Давай. Ну не бойся. Мы тебе, кстати, этот... Извините, ребята, я бегу. Давай. Я сдох. Ты умер? Я тоже бегаю. Да, он умер. Серёжа, ну не надо умирать. Мне пришлось, потому что там мангл по вентиляции пошла. И она сейчас выдвигается к вам, ребята. Ну она шарудит, мы услышим ее вроде бы. Ну она идет к вам вот уже. И Балунбой тоже. Балунбой? Да, он двигаться начал. Что? Я могу F12, даже когда я живой, следить за всеми. Пацаны, ты можешь увидеть это от моего трупа. Да, я там слышу, шарудит все. Пацаны, идите, рискуйте, идите, заряжайте шкатулку. Нет, там можно спокойно пройти через вентиляцию, чтобы аниматроники не заметили, вот где шкатулка. Слышите, бежит? Остановиться. Пацаны, на курточках, наверное, ходите, туда они не так агрятся. Я рискну, я побегу. Давай, меньше половины, половина. По-любому надо идти, то давайте тогда я тоже пойду, раз вы боитесь. Я иду уже. Если ты умрешь, мы будем твое имя вспоминать минуту. Дип, я уже хотел было в первой ночи выжить. Как? Волт-аниматроником. Можно скажу? Я Балунбоя вижу и этого. Фредди. Я
мама. Там аниматроник или кто это, я не знаю. Ну я слышал. Они все прям у меня были. Да? Слышите? Красава, ты их отвлек. Блин, да что так страшно играть в эту часть? Вы что так стрёмно сделали ее? Я испугал. Я хочу как. Значит, скажу, заметьте, здесь несколько людей прям в прямом смысле заткнулись прям полностью, не говорят ничего. А чё фонарик не... У меня фонарик сел, тут фонарик садится. Вы убили? О, Балунбой, привет, как у тебя дела? Рядом с нами электроник. Идёт. Справа есть, аккуратно. И спереди Балунбой. А может из-за Балунбоя у меня нет фонарика? Я говорю, бегите! Наш он палит! Тихо! Да почему меня? Я боюсь! Почему меня? Мамочка, я должен выжить! Надеюсь, не за мной, Мама, я так боюсь! Еще сел возле поломанных аниматроника, который может в момент ожить. Тим, это голова. Это меня, подожди. Да, это я. Я боюсь, я тебя очень сильно. Подождите, дайте скажу, от Балунбоя уходим, потому что он палит, и аниматроники другие бегут. Да, они, кстати, друг другу вроде сообщают здесь. Так я же сказал. Ты не говори? Опять меня никто не слушает. А я вопрос, Куёка жив? Ой, Дима, олд аниматроники. Ой. Да, ожили. Мамочка! Прощайте! О, не прощайте! Прощайте! Блин, он такой стрёмный! Ты чё такой страшный? Блин, у меня вспотело всё от страха. Да передо мной прям. А кто живой остался, пацанчики? Ты один? И ты? Фу, слава богу, есть шанс пройти, Блин, я фонарик высадил, я очень тупо сделал, нельзя фонарик высаживать. Стоп, а сколько нас осталось? Двое. Четверо. Четверо? Да. А, да, фу, слава богу. Так, давайте, вот это самое интересное здесь, где движ. Так, давайте, ребятушки. Напишите в комментариях, сможем ли мы пройти вторую ночь или не сможем. Фокси, вентиляция к вам идет старый Фокси. Старый Фокси? Да. Вентиляция в какой? Они вас окружили! Окружили вас, вам бегать придется теперь, готовьтесь. Заряжайте марионетку и бегайте просто. Чика догонит, от Чики не убегут они. Динокар, ну че ты стоишь? А че он стоит, ты дурак? Да. Беги! Все, тебе повезло. Ой, провисает. Это специально, чтобы ты подумал, лоудинг. А чё провисает? Очково же! Такой момент. Аниматроники, наверное, в это время... Привет! А, навстречу! Ну давай! Налево, сейчас направо. Блин, это жесть! Давай! Это мимо было! Страшно! Фокси! Мама! Еще двое! Слава богу! Пацаны, вам еще марионетку надо по-любому зарядить. Я за марионеткой пошел, васаби за марионеткой. Давайте, пацаны, я посмотрю на этого героя, кто идет заряжать марионетку. Давай. Мы держим за тебя кулаки. Дима, как ты видел? Я между всех аниматроников пробежал. Это просто это жесть. О, нет. Он сейчас сообщит о тебе. Как говорится, не надо дядя, да? И побежал от страха. Я так переживаю, чтобы вы прошли. Я голос слышу. Да идите зарядите марионетку. Марионетка сейчас сядет. Давай. Дима, меня зажали. Блин, он... Балунбой. Не умрёшь. А чё на корточках идет, как обсосранный? Сейчас сядет шкатулка. Я даже готов смотреть на марионетку. Прощайте, пацаны, бам! Фонариком свети, и уходи. Нет, ты что, жесть? Минус один дурак. Совсем чё? И тот умер, все умерли. И все, вот так.
Блин, это жестко. Это очень... Как это играть? Это же невозможно пройти. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.